dvhub.ru. Алексей Николаевич, ваше мнение о прошедшей игре. Главный тренер Тамбова остался недоволен судейством и, собственно говоря, итоговым результатом. Ваше мнение? Давайте я про судейство не буду ничего говорить. Пусть это будет на их совести. Как они судили, мы туда действия должны. Наше дело играть. По игре, думаю, самое главное, игра зрителям понравилась. Если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат «молодцы», это, по-моему, лучше показать. Выложились, ребята, да. Говорят, 2-0 счет самый скользкий. Команда, которая ведет, теряет концентрацию. Думает, что дело сделано. Потеряли буквально, расслабились 10 минут. И команда соперника сравняла счет. Но добились положительного результата. У меня победы были, поражения было, все. Ничей не было. Сегодня появились. Конфликт. Да. Но вы, по игре. Вы считаете, это ничья равная победе? Победа есть победа, ничья есть ничья. То есть чувство глубочайшего удовлетворения все-таки? Глубочайшего нет, но я доволен все равно. Все эмоции там остались, на футбольном поле. У нас, поверьте, тоже там. Коллеги, пожалуйста, вопросы главному тренеру. Алексей Николаевич, это ваше было указание команде отойти немножко назад, дать инициативу после 2-0, или это просто нет. Они сами? Ну, они сами. То есть это психология, момент такой? Ну, психология, само успокоение. Вы их пытались как-то взбодрить? Ну, они потом сами взбодрились. После 2-0. dvhub.ru